Владимир Ойба поручил Минтрудсоцкоме проработать вопрос дополнительной господдержки неработающих родителей детей-инвалидов. Ранее ЦУР проинформировал главу о том, что такие семьи сталкиваются с проблемой обеспечения подгузниками по индивидуальной программе реабилитации. Компенсацию за самостоятельно приобретенные средства гигиены сейчас в республике получают 104 человека. Еще 71 семья покупает подгузники посредством электронного сертификата. Компенсация стоимости в отдельных случаях не полностью покрывает затраты, так как рассчитывается по установленным федеральным нормативам, то есть по единой для всей страны формуле и не учитывает возможное повышение розничных цен и особенности доставки для республики. Глава КОМИ поручил проработать вопрос. Как отметил Владимир Уйба, одинокие неработающие родители, полностью посвятившие себя уходу и реабилитации своих детей, не должны нести дополнительные затраты. В прошлом году регион нашел возможность дополнительно поддержать таких родителей, выплатив им единовременно 5000 рублей.